какую-то информацию, то мы все-таки это сделаем, наверное. Так, что делать при слабости физического тела на чистом дне? Какой чистый день? Если это начало, то у вас только как наступает слабость. Ребят, вообще наслаждайтесь этим, когда наступает слабость. Как только слабость наступила, это говорит о том, что ваши силы направились внутрь вас на очищение ваших внутренних органов, на проработку, на восстановление, на поднятие, потому что наши внутренние органы с возрастом они немножечко опускаются. Вот. И чтобы было максимально вот это вот облегчить, во-первых, найдите себе любимое занятие. Ребят, вы не представляете, вы про всякую слабость забудете, вас это будет так воодушевлять. И вернусь опять к клубу, мы там еще будем делать, чтобы раскрывать ваши таланты. Вы же многие даже не предполагаете, что вам нравится. У нас будет там мастер-класс по рисованию, будет мастер-класс по валянию кукол, будет мастер-класс от Тёмы по его методике, тоже по физическим упражнениям. Вот. То есть, конечно же, побольше двигаться, и это будет здорово. Так